На улице Кирова пешеход чудом увернулся от вылетевшего на тротуар автомобиля. Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Иномарка на высокой скорости съехала с проезжей части, врезалась в столб освещения и снесла рекламную конструкцию. Случайный прохожий на тротуаре вовремя заметил опасность и успел отскочить в сторону. По данным полиции, пешеход не пострадал, а вот водитель госпитализирован с травмой живота. Причины его неожиданного маневра пока не выяснены.